Северное Причерноморье в начале 13 века становится ареной исторических событий. И здесь ярко проявлен человеческий фактор. Сегодня можно только предполагать, как бы разворачивались события, если бы кыпчаки не поддержали врагов монголов меркитов, а князья Киевской Руси не подались на уговоры своих союзников кыпчаков убить послов монголов и тем самым спровоцировать военное столкновение, известное как битва на реке Калка. Именно эта битва стала поворотным событием и для Крыма. Кыпчакский хан Катян поступил опрометчиво, настроив против себя монголов и уговорив своего зятя князя Галицкого выступить против 20-тысячного отряда Субудея и Джебы, лучших полководцев Чингисхана. В результате битва на Калке была проиграна монголам и открыла им дорогу на запад. Но монголы не сразу воспользовались этой возможностью. Они изучили местность, население и вернулись к своему хакану. Прежде чем монголы после победы на реке Калка в 1223 году повернули обратно, они вторглись на полуостров через Перекоп и двинулись на юго-восток. Именно тогда впервые был осажден и разрушен Судак или Сугдея. Несложно догадаться, почему именно этот город тогда подвергся разорению монголов. Он был столицей их противников кыпчаков, которых они и преследовали. Венецианцы, которые к этому времени уже жили в Сугдее, их не интересовали. Как сообщает современник этих событий, один из наиболее известных исламских историков Ибн аль-Асир, вхождение ордынцев на территорию полуострова в 1223 году произошло почти без сопротивления местного населения. Возможно, жители Крыма были просто не в состоянии оказать эффективное сопротивление, да и монголы не причиняли им вреда, ведь у них были другие цели и задачи. Годом ранее в Крыму произошло еще одно событие – вторжение с моря в районе Судака сельджуков под предводительством Хусейна ад-Дина Чобана. И тут произошло то, чего никто не ожидал. Монголы сразились под стенами Сугдеи уже не с кыпчаками, а с другими своими недругами – сельджуками, от которых в том же 1223 году освободили город. Чингисхан, недовольный поступком кыпчаков, оказавших поддержку его заклятым врагам меркитам, да еще восстановивших против Монгольской империи князей Киевской Руси, принял решение завоевать и передать во владение своему старшему сыну Джучи земли тюрков-кыпчаков. Приблизительно с 1224 года появляется название Улус-Джучи. Волю хакана исполнил внук Бату-хан в период своих западных походов, начавшихся в 1236 году и завершившихся победой в 1242. Конечно.
Конечно же, не все кыпчаки покинули свою страну и ушли вслед за ханом Катяном в современную Венгрию после 1223 года. Большинство из них оставалось и спустя 15 лет снова столкнулось с ордынцами. Тогда, в 1238 году, часть их была истреблена, часть покорилась монголам и оставалась жить на своих территориях, а третья мигрировала в плотно населенный Крым, создав перенаселенность полуострова, о чем свидетельствовал в XIII веке монах-францисканец Гильом де Рубрук. Но тогда еще кыпчаки Крыма не знали, что очень скоро станут частью Великой империи. Здесь следует сказать, что империя Чингисхана представляла собой многоплеменное сообщество, которое различалось по внешнему виду, обычаям и даже одеждам. Оно занимало огромные территории. В разные периоды истории этого государства возникали административные и культурные центры, такие как Салхат, о нем речь пойдет чуть позже, Азак Азов, Аккерман, Ургенч Хорезм, Тюмень, Великий Булгар в Поволжье, а также столицы Сарай на реке Волга и Сарай-аль-Джадид на реке Яик, Маджар и Хаджитархан. Но кроме всего прочего, Великая Орда, известная в историографии как Золотая Орда, была значительным носителем тюркского элемента, который очень хорошо нашел отражение в государственном законе Яса, составленном самим Чингисханом. Вслед за массовым переселением кыпчаков в Крым летом 1238 года на полуостров вошли войска ордынцев под руководством родственников Батухана – Шибана, Бучека и Бури. Нет сведений, что они разоряли местных жителей, но сохранились данные о том, что они снова подступили к столице кыпчаков и уже развитой фактории венецианцев – Сугдеи. Город был взят штурмом и, возможно, разграблен. Однако ордынцы его не разрушили. Вероятно, тогда они предложили горожанам взамен ежегодного налога рассчитывать на их помощь и защиту. Но кыпчаки, венецианцы, гордо отвергли такое предложение, расценив его как подданство. Ордынцы покинули город, но ненадолго. В 1242 году они снова появились у городских стен, а спустя 7 лет все же согласились признать свою зависимость от степняков. К тому же политическая ситуация в самом Крыму менялась. Крым формально еще с 1224 года вошел в состав Джучьего улуса, однако юридически был закреплен за потомками Чингисхана только в 1242 году, когда 13-й сын Джучи хана Тукай Тимур получил во владение Северное Причерноморье и Крым. Но новый правитель крымского улуса Юрта в своих владениях никогда не был. Однако именно с него начинается история правления дома чингизитов в крымском Салхате. У Джучи хана было многочисленное потомство. Второй сын Батухан и его отпрыски наследовали трон Великой Орды. А вот потомком 13-го сына Джучи, Тукай Тимура, был отдан в управление крымский улус Юрт. С 1260-х годов юртом уже управлял Уран Тимур, сын Тукай Тимура, который положил начало наследственной власти не только на полуострове, но и на прилегающей материковой части северных земель бассейна Черного моря. Род Уран Тимура правил формально в ранге эмиров ханских наместников. Реально же в их руках была сосредоточена власть в Северном Причерноморье и Крыму. Здесь находилась ханская столица Салхат. Именно в этот период численность населения полуострова заметно возросла благодаря миграции, которая шла через перекоп. Это были преимущественно тюркские орды причерноморских степей. У
Уран Тимур начал свое правление в Крыму с того, что установил контакты с кыпчакскими лидерами, таким образом обезопасив свое правление в Крыму. А с одобрения своего родного дяди, верховного хана Орды Барке, официально заключил с итальянцами договор о создании торговых факторий на полуострове. Договор предусматривал, что все торговые операции должны осуществляться в городе Салхат, куда отныне прибывали караваны с товарами с востока. Правление Уран Тимура и его родной дядя, верховный хан Орды Барке, оказывает поддержку изгнанному из Кони султану Изидину Кайкавусу и приглашает переселиться в Орду. Султан принимает предложение и уже около 1262 года прибывает в Крым. С ним переселяются более 12 тысяч сельджуков. Эта миграция происходит буквально под патронатом ордынского хана Барке, заинтересованного в такой военной силе. Хан предоставляет вынужденным переселенцам обширную территорию в Восточном Крыму и отдает в управление опальному султану города Салхат и Сугдею. Барке, а после сменивший его на троне брат Менгу Тимур, отнеслись к бывшему султану с почтением. В знак искренней дружбы Менгу Тимур женил его на ордынской принцессе Урбай Хатун, дочери хана Барке, и объявил земли Восточного Крыма наследственными. Такое решение хана не понравилось ни его сыновьям, ни племяннику Улузбею Крыма. После смерти султана в 1279 году управление городами перешло сыну Гияс-ад-Дин Мусуди. Но вскоре Гияс-ад-Дин покинул Крым. Что касается турков-сельджуков, пришедших сюда вместе с султаном, то они осели в Восточном Крыму и постепенно ассимилировались с местным населением. В Салхат прибыл править уже сын Уран Тимура Сарач-хан. Прежде чем потомки 13-го сына Джучи Тукай Тимура окончательно утвердятся в крымском юрте, произойдет еще одно событие, на этот раз связанное с именем ордынского улузбея Нагая. Нагай был из большой семьи чингизитов. Он вел свое происхождение от Джучи. Однако, каким бы умным и выдающимся полководцем и политиком он не был, трон в Орде не мог ему принадлежать. Его прадед был рожден от незаконной жены Джучи, от его наложницы. Однако этот бей сумел добиться власти и даже привел на трон в Орде своего ставленника, хана Тохта, сына Менгу Тимура, в надежде управлять через него империей. За помощь и поддержку Тохта подарил крымский юрт Нагаю, не посчитавшись со своими родственниками, которые там уже правили. Вероятно, это был еще один план Нагая. Неизвестно, как бы далее разворачивались события, если бы хан Тохта не сделал попытку избавиться от зависимости Нагая. В Орде прошел слух об опале всемогущего бея. Разразилась настоящая война, которая закончилась на этот раз печально для Нагая. В 1300 году он был убит. К XIV веку установление монгольского наместничества в Крыму стало событием важным для развития первых контактов, а затем все более тесных взаимоотношений и связей между захватившими власть степняками и многочисленным местным населением. Эти отношения были далеко не однозначны и далеко не безоблачны, ведь столкнулись разные культуры и модели жизни. Трудно, но им приходилось постепенно привыкать друг к другу.
Первое время после завоевания кочевники не оседали в Крыму в полном смысле этого слова. Они оставались здесь лишь на зимовке, а летом снова уходили в степи Причерноморья. При этом каждый род имел в Крыму установившуюся зону для зимовки. Их было семь. Со временем осевшие ордынские беи образовали здесь свои бейлыки, или вотчины, получившие наименование по имени бейских родов. Ширины занимали территорию от Перекопа до Азовского моря, включая часть Западного Крыма. По соседству с ними в районе Судака и Кефе разместился род аргинов. Они же по равнине земли принадлежали барынам. Сиджиуты и мансуры выбрали степную часть, включая Западный Крым. А яшлавы осели чуть южнее современного Бахчисарая. Пройдет чуть более 100 лет, и потомки этих родов приведут к власти потомка улузбеев крымского юрта. С 1300 года власть в крымском юрте была возвращена ханом Тахта роду Уран-Тимура. Теперь трон переходил от отца к сыну, и каждый из ханов Крыма, а именно так они иногда называли себя в источниках, стремились увековечить свое имя в летописи столичного Салхата. К примеру, Тулек-Тимур возвел в 1314 году величественную мечеть в Салхате и назвал ее именем своего родственника хана Великой Орды Узбека. А его жена Энджехатун в 1332 году на собственные средства построила рядом с мечетью медресе высшее учебное заведение. Все эмиры Крыма или крымского улус-юрта были прямыми потомками Чингисхана и могли претендовать на трон в Орде. Однако ни один из них об этом не помышлял, пока не вмешалась судьба. В 1359 году, после убийства последнего хана из рода Бату, Бердибека, в империи чингизитов разразилась жестокая борьба за трон. Коснулась она и крымского юрта. Во второй половине 14 века род Уран-Тимура снова лишился власти. С этим положением не хотел мириться и наследственный эмир Крыма Таш-Тимур. Чтобы вернуть принадлежавший ему трон, он объединился со своим родственником ханом Тахтамышем. Последний еще в 1380 году при поддержке самаркандского правителя эмира Тимура провозгласил себя ханом Великой Орды. Историки считают, что с приходом к власти Тахтамыша завершилась смута в Орде. Тахтамыша и Таш-Тимура объединял общий предок, все тот же 13-й сын Джучи Тукай-Тимур. Оба были чингизиты, оба имели полное право на верховную власть. Но родственники сумели договориться и разделить сферы влияния. Вероятно, они заключили соглашение поддерживать друг друга в противостоянии с внешними врагами. Поэтому очень скоро Таш-Тимур снова занял дворец предков в крымском Салхате. Сохранились сведения, что в начале 1390-х годов в Салхат прибывает посольство от литовского князя Витовта. Согласно письменному источнику конца XVI века, Витовт просит у Таш-Тимура военной помощи против своих врагов, и хан немедля присылает под его начало несколько тысяч лучших аскеров. Вероятно, речь шла о военном противостоянии, разразившемся между двоюродными братьями – Витовтом и Гайло, королем Польши. В 1392 году война завершилась в пользу Витовта. Он отстоял свою вотчину и получил корону Великого княжества Литовского. А крымские аскеры вернулись домой, но ненадолго. Таш-Тимур во главе крымского войска отправился к современному Дагестану.
Здесь он соединился с армией Тахтамыша. Союзники выступили навстречу недавнему покровителю Тахтамыша, а теперь врагу, самаркандскому эмиру Тимуру. 14 апреля 1395 года на берегах Терека ордынский хан потерпел фиаско и отступил. Тахтамыш укрылся в городе Булгар. Что же касается Таш-Тимура, то он со своими людьми ушел в Крым. Отбив один из отрядов эмира Тимура, вторгнувшихся на полуостров, он провозгласил себя независимым ханом Крыма. В этом же году в Салхате была чеканена монета с именем Таш-Тимура. Правление Таш-Тимура в статусе независимого хана Крыма было отмечено стабильностью, пока на следующий год в его земли с кучкой соратников не вторгся Тахтамыш. Возможно, что Таш-Тимур был не рад такому гостю. Потеряв трон в сарае, лишенный стабильных доходов, Тахтамыш потребовал двойной налог с генуэзцев, чьи фактории располагались в Кефе и Судаке. Это не понравилось ни генуэзцам, ни Таш-Тимуру. Вероятно, Таш-Тимур предложил Тахтамышу покинуть Крым, напомнив, кто в Крыму правитель. Оскорбленный, поверженный хан Орды отправился на поиски новых союзников. И очень скоро уже Таш-Тимуру пришлось покинуть родной Крым. Он отбыл в Литву, где друг и союзник, князь Витовт, предоставил ему для жительства город Тракай и расселил всех, кто вышел из Крыма с ханом. Казалось бы, после этого исхода власть потомственных правителей юрта была окончательно потеряна. Но статус-кво своего отца восстановил сын Таш-Тимура Девлет-Берди, который со временем передал бразды правления своему единственному наследнику, племяннику Хаджи. Очень скоро Хаджи войдет в историю как основатель династии Гераев и создатель независимого Крымского ханства. Пока бушевали политические события, оседание кочевников в Крыму происходило постепенно. Со временем местное население стало оказывать все более и более активное влияние на пришельцев. Большую роль в этом, безусловно, сыграли как природно-климатические, так и культурно-психологические факторы. Но и без этого культурного обмена сам процесс оседания не мог не менять материальную и духовную культуру бывших степняков. При ордынских правителях крымский город Салхат стал именоваться Крым. Он становится татарским административным центром или главным наместничеством, чья власть распространяется на весь полуостров. Акафа в качестве герба приняла тамгу ордынских ханов и чеканила ее на своих монетах. За почти 100 лет ордынцы успели породниться с местным населением и в некоторых регионах перенять язык, культуру и обычаи. Местные жители исправно платили ордынским чиновникам торговые пошлины, а взамен получали полную свободу деятельности. Все эти традиции сохранились в первые десятилетия будущего государства. –